Где можно продемонстрировать свои таланты? Конечно же, на различных конкурсах. Открытый фестиваль эстрадной песни «Эдельвейс», который проводится уже в 13-й раз, собрал всех, кто любит музыку, кто стремится к совершенству в искусстве пения. Наша съемочная группа 27 апреля побывала на финале отборочного тура вокалистов, состоявшегося в районном центре культуры и досуга, рассказывает Людмила Медведева. Олесе Селянине 9 лет. Она учащаяся Видновского художественно-технического лицея и детской школы искусств города Видное. В конкурсе вокалистов в первый раз принимает участие. Раньше я была на хоровом отделении. И потом мне захотелось петь одной. Простор, ты вышла на сцену, видишь, все твои просто, вот, да. Выступление вокалистов оценивало профессиональное жюри по нескольким критериям – от создания сценического образа до гармоничного звучания. Конкурсанты выступали по возрастным категориям, многие – лауреаты. Лаура Сангулия в конкурсе «Эдельвейс-2011» завоевала главную премию «Гран-при». Елена Коробицкая – участница конкурсов «Эдельвейс», но в финал вышла только в этом году. И это была ее мечта. Эту песню год пою уже, репетирую очень много. Мне это очень нравится, потому что, ну, даже не знаю, как сказать, это мое, наверное, призвание. Своим призванием петь считает Елизавета Чевелева, ученица, заслуженной артистки России, преподавателя детской школы искусств города Видное Валентины Втоменко. В финал конкурса вокалистов вышло более 30 конкурсантов. Победителям и всем желающим будет предложено Управлением по делам молодежи, культуре и спорту принять участие в творческих встречах с артистами других регионов. У нас есть уже несколько лет такие творческие связи с Ростовской областью. Кроме того, у нас есть новые связи. Мы начинаем их, как говорят, раскручивать, да? Это Крым. Новые встречи, победы ждут участников конкурса «Эдельвейс». Людмила Медведева, Евгений Садовский, Наталья Буслаева, Видное ТВ.